Сегодня у нас два именинника, две голова. А где того? С этой стороны, чтобы сюда выйти. Ребят, конюх обводим удобно, чтобы потом сразу на станции. И взрыв, Антон, взрыв первый, да. Все как тогда? Один? Да? Включаем боком. Хорошо. Встали. Хорошо, Андрей, хорошо. Встряхнули ноги. Ждите, пока мяч потеряет скорость. Так, Макс, где? Мы уже сюда начали. А? Потому что... Уже два сделали? Да. Останься сейчас здесь. Оп! Прокатываем, прокатываем. Да, мозг, конечно. А мозг толще. Просто толстый, 79. Не понял сейчас. Давай. Перед собой ведро. Тянем, тянем, тянем. Борозика! Ты что, вообще что ли? СССР брал. Че, я? А СССР брал? Добро пожаловать. Я думал, что ты здесь делаешь? Ну, двухкратно еще здесь тоже занимается? Первый такой, знаешь, такой. На бумаге, знаешь. Золотых лет. У вас кроссовый темп, Паулина подскажет темп. А можно мне? Как мы тогда бегали? Я понял. Куда пойдешь? Ближе. Вот теперь задача, сэр. Атака надо. Раз, вот, и два, и пошла атака. Второй момент. Плохо, пауза, пауза, пауза. No, pero por eso, no, hombre. ¿Cómo Denis? Podemos. Llevas el reloj, tú mandas. Podemos trabajar, podemos trabajar. El largo de trote y el ancho de la cancha lo soltamos un poquito más. Y hacemos 10 minutitos. 10 minutitos. El ancho lo soltamos. El largo suave. El largo lo recuperamos. El ancho lo soltamos. En función de comodidad. Si es un 50, un 60%. Lo que marque Mario. No, si le das a Mario se baja. Se va a 12 corriendo. Днем рождения! Днем рождения! Спасибо! Чуть дальше, ребят, если можно. Тоже чуть дальше. Камеры готовы? Камеры готовы? Да. Вот, у меня Лукак идет. Вот, да вот Лукак. Вот Лукак. Надо столя. Просто луком. Лукак. Это голове, да? Да. Так, голова. Наши позволили еще раз. Спасибо. Нет, дети, не голова. Браво! Тебя какой? Ройза. Да. Наши поздравления. Спасибо.
подписчика потом. Первый раз. Слава, слава. Ты будешь? Да, ну большой самый кусочек. Можно, пожалуйста? Он попросил.